Доброе утро, дорогие друзья. Перед нами сегодня Пейсах. Сегодня все спешат, сегодня очень много дел. Сегодня надо уничтожение хамца, сжигать его и так далее. Поэтому урок мы сделаем короткий, я не буду вас отвлекать. Я просто хочу вам сказать, что мы находимся в преддверии великого дня, который структурирует наше время. Человеку кажется, что он владелец времени. А вообще какая разница между свободным человеком и рабом? Ведь мы сегодня выходим из рабства. Один ученый дал очень интересный ответ. Мы склонны думать, что это относится к усилиям, к работе. Раб там трудится тяжело. Ну, может быть. Свободный человек нет. Может быть. Но на самом деле это не так. На самом деле многие свободные люди трудятся очень много, особенно те, кому нравится работа. Реальная разница, утверждали мудрецы, заключается в том, кто контролирует время. Свободный человек может много работать, потому что на каком-то этапе он сам решил, или другие причины. У раба нет контроля над временем. Именно поэтому составление календаря было первым наставлением, которое получили евреи при выходе из Египта. Как будто Бог нам сказал, если хотите быть свободными, научитесь управлять и владеть своим временем. Несколько лет назад были проведены интересные исследования, направленные на обнаружение самого изнурительного вида деятельности. Это Равин Сакс писал. Оказалось, что это водитель автобуса. А в 2011 провели новое исследование, это пилоты, пожарные, таксисты, то есть все эти люди, у которых есть проблемы со временем из-за факторов, которые находятся вне их контроля, пассажиры, там, маршруты и так далее. А какая самая нестрессовая работа? Написано переплетчик книг. Просчитали так, что оказывается переплетение книг успокаивает душу. Мы считаем, что наша работа, так сказать, не такая, как у рабов. Но на самом деле посмотрите на наш день. Все время куда-то бегут, электронная почта там еще появилась. Современный смартфон заставляет быть на связи 24 часа 7 дней в неделю, не дай бог, конечно. С точки зрения стресса и контроля нашим временем, мы такие же рабы оказались. И отчасти величие вот данных нам повелений выхода из Египта заключается в том, что мягко-мягко иудаизм восстанавливает контроль над временем. 3 раза в день мы останавливаемся, чтобы обратиться к Богу в молитве. Мы, так сказать, останавливаемся и осматриваем перспективу дня. Мы делаем глубокий вдох вечности, как сказали мудрецы. Да? Мы не торопимся с приемом пищи, потому что перед едой и после едой мы произносим благословение. Это позволяет сосредоточиться на простых вещах, увидеть радость хлеба насущного. Вот почему, например, шаббат – это вообще спасение жизни. Это время, посвященное таким вещам, которые мы иногда не считаем важными, хотя понимаем, там, это ужин за всей семьей, это общение там, в общине или просто благодарственная трапеза. Это наполняет жизнь вот тем счастьем, которое считает Бог, а не мы. Религиозные ритуалы вообще – это способ структурировать время, чтобы контроль находился в наших руках, а не в руках кого-то другого. Жизнь нуждается в паузах. В духовных таких паузах, в духовных перерывах между главами, поэтому так написано Тора. И душа хочет иметь пространство для дыхания, не только тело. Да? В противном случае мы можем оказаться не в Египте, но такими же рабами. Поэтому вот надо во все это вдуматься. Сегодня день седр – это порядок. Вот надо постараться просмотреть и привести порядок в собственной жизни. Наладить вот это вот какое-то свое, ну не знаю, духовное движение вперед. Сегодня великий день, и дай Бог, чтобы мы не пропустили его просто так. Браха ва ацлаха, пейсах самеах. Всего самого-самого лучшего. Удачи!